Они думали, что машины покорят эту землю за них. Эта сила искушала их. Сделала их слабыми. Да будет их смерть уроком другим, дитя. Идем. Это твое последнее испытание, дитя. Доверяй своему чутью, дитя. Машины ненадежны. Лишь старые обычаи оберегают наших собратьев. Дядя Артур. Ты вернешься одной из нас. Или не вернешься вовсе. Лотхундер, буду биться. Испытание мое окончено. Я дарую эту жертву Всеотцу, великого Йотуна, что терзал наш народ. Мне удалось найти его логово. Благослови меня, дядя. Ты избрала изгнание. Мне удалось низвергнуть чудовище, которое никто из нас никогда не убивал! Ты променяла уроки охоты на быструю победу выстрелом. Ты предала старые обычаи. Следи за языком, дитя. Ты боишься силы, которую не понимаешь. Эта сила поработила нас. Ты отвергла мудрость, которая хранила нам жизнь. Ты отвергла нас. Я провела 10 зим, добиваясь твоего одобрения. Не мое уважение тебе нужно заслужить, дитя. Thank you.
Отойдите! Эй! Артур! Дожил до того дня, когда ты прошла испытание. Их защитила не пушка. Их защитила ты. Быть может, старые обычаи — это не только выбор оружия. Никто не мог одолеть этого зверя. Ты станешь первой, Бладхандер. Ныне все отец направляет тебя. Прощай. Твой путь лежит в Вальхаллу.